Всем привет, друзья, с вами Влад, вы на канале Best Shot, и мы, наконец-то, у нас финал Принц Персии, Пески Времени. Мы уже подбираемся к самым, истокам. Короче, в прошлой серии было все охренительно, но геморройно. Поэтому в этой серии я сохранилась, но капец как далеко, я прошел все до этого момента, все, запустил запись. Опять томатный сок у нас сегодня, и на этот раз мы попадем на эту досочку. Так. Отлично. Так, мы видим столбики по бокам. Так. Фара вроде как нас предала, но пока не до конца понятно, потому что, опять же, поспешные выводы делать некрасиво. Когда ты не знаешь правды, обвинять кого-то некрасиво, как минимум. Подожди. Это неправильно. Долбанный дурак. О, нормально, все, чекпоинт хотя бы поймали. А. Тут проще. Намного. Там есть куда прыгать? Нету. Так, давай сразу посмотрим. Фару видим. А, вон, вижу эту досочку справа. Фара, будь осторожна! Не используй его! Блин, опять не переворачивается. Вот. Раз, раз, раз. Раз, раз. Нет, подожди. Ну хоть на умывальник. Надо было оттуда. Не так. Блин. Вот камерская. Че она такая стрёмная? Мне, в принципе, уже незачем убивать эту нечисть, потому что у меня даже нет песка. Выступ есть? Выступа нет. Взяться могу? Взяться не могу. Так хочется, как будто я должен... Подожди, если так... Могу? Могу. Так. Куда дальше? Ага, вижу. Бровку вижу. Так, 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 так. Опять. Мышки. Идите сюда. Шла отсяда. Шла отсяда. О, что-то текстуры кида не прогрузились. А, нет, нормально все. Масштабы, конечно, поражают, но 2003 год сделать такой огромный мир. Это прям... Ну, в Half-Life тоже размер, масштабы локации вообще поражают конкретно.
Так. Куда собрался? Так. Отлично. Да-да, так и продолжаем. А, нет, подожди. Да-да-да, я тебе говорю, вот по стенам лазили над обрывом. Я прям... Я, вот это я прям помню. Я что-то здесь так задолбался. Так, мы не поставили таймер, хотя, мне кажется, ни к чему. Скорее всего, мы добьем эту игру сегодня. Если в названии серии написано финал, значит, мы ее добили. Так, 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 так. Есть. Молодец. Огурец. Черномолодец. Так. Кудрявый, мальчик кудрявый. Давай. Оп. Сейчас что-нибудь рухнет. Когда так много этих ступеней, что-то это рушится. Да, я тебе говорю. М-да. Подожди. А, я думал, он не зацепится. Окей, здесь рухнет, да? Отлично. Надеюсь, мыши сейчас не вылезут где-нибудь. Так. Главное, камеру, короче. Нам внутрь? Нет, внутри не вижу ничего. А здесь тем более. Нормально. Так. Мужики, мне не особо хочется воевать. А, тут не, прикинь, выбора нет у меня. Видимо, скрипт сработает, когда я всех победю. А, нет. Блин. Нет, это вот... Нет, это вот не вот так. Это вот так было. Ну я могу прыгнуть, а куда я прыгну? Куда я приземлюсь, точнее? Ну давай, попробуем. Ну да, никуда. А, подожди, там какой-то столб был. Подожди. Какой-то столб, вон там, вон он торчит. Во. Чисто без вариантов. Второй попытки не будет.
Так, окей. Нет, нет, нет. Угу. Так. А, вижу, куда надо. Все, я понял. Надо было вперед просто прыгать. Да? Все было не так. Я понимаю, что не так. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, давай теперь здесь разберемся. Я могу на тот бордюр прыгнуть. Насколько это правильно? Это неправильно. Мне нужно подняться на уровень выше. Да, потому что я там как минимум бегать смогу. На уровень выше я смогу подняться только если... Блин, от стены бы я отпрыгнул. Ну, я прыгал, я не допрыгнул. Ну, какая-то жердочка он торчит. Во-во, все, в текстуру ушел. Все случилось не так. А, я понял, блин, она развалилась, не просто так. Вот я дурачок. Давай, 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 быстрей. Выступ там же появился. Вот. Опа. Оп. Все. По красоте. А здесь как? Допрыгнешь? А, допрыгнул, хорошо. Так, там некуда. Сюда. Сейчас что-нибудь сломается, стопудово. Чего, мужик, не надо так делать. Страшно же. Ага. Сможем внутрь? А внутрь не надо, да? Чё, ты не можешь? А как быть тогда? Погоди, оно же не просто так здесь. Ты как? А ты как сорвался, я не понял. Все было не так. Мы все прекрасно знаем, что было не так, и ты сказочник. Обманываешь, что? А вот так, дети, я встретил вашу маму, 9 сезонов, ага. Знаем мы таких рассказчиков. Так. Будильники всякие. Глазки закапать. Так. Па-ра-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-ра. Давай. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, одиннадцать, двенадцать. Да, вот с той колонной я вообще не понял.
Вы просто, знаешь, все случилось разработчики. Блин, у нас геймплей на 4 часа. Что будем делать? Ты прикалываешься, прикинь, зажали. Фига себе. Приколы. Так. Геймплей на 4 часа, что делаем? Ну не знаю, давай, наверное, сделаем побольше вот таких палок, чтобы он там скакал побольше. А еще сделаем камеру чуть-чуть неудобной, чтобы горело. Да, давай, ну отличная идея. Билли. Айлиш. Так, опа. Опа. В каком моменте? А, вот здесь он уже. Вот здесь уже может. Хорошо. А, ну вот жердочку какую-то внизу вижу. Но она никуда не приведет. А, мы отсюда... Все, я понял. Это та самая. Та самая. Я рано кнопку отпустил, я понял. Но я не вижу выступов никаких. То есть вот это... Она не просто так здесь. Вот это вот. Вот как? Как ты вот здесь падаешь? Ага. Нам не туда. Нет, нет, нет. Мы хотя бы узнали. Значит, будем ходить по внешней стороне. Так. Ага. 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 Тут уже все отработано до мельчайших подробностей. Так. 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 Ты что застрял? Так. Так. Тут прям кажется, что вот оно, вот, вот здесь должно быть. А-а-а, вот я дурак. Подожди. Это неправильно. Пошел нахуй. Говна кусок. Все. Спокойно. Мы поняли хотя бы, что делать. Я, наверное, поэтому запомнил эти стены. Потому что я свою детскую психику в этой игре убил. Сок томатный кончился. Или не кончился, надо посмотреть. Может, чуть осталось. Остатки, так сказать, в тарике собрать. Так, раз, два, три, четыре. Ага. Тут мы уже как ниндзя просто проходим. Здесь не застрять, ага. Вот здесь так, вот так. Все, нажимаем в момент соприкосновения. Принца с камнем. Раз, 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 раз. Отлично, просто бомба. Так, куда дальше?
улетели? Фига себе. То есть достаточно просто пробежать туда, куда они не могут долететь? Отлично. Угу. Угу. Ну, видимо, эта локация, вот, чтобы мы все свои знания, полученные в ходе обучения, здесь попробовали. А, точно, мы же держали этому за клинок. Как фильмика. Как там была не Фара. Там была принцесса Аламутская. Сейчас на лицо ей капать будет. Как Алукия. Фара! Фара! Но! Нет! Хнык. Да, жалко деваху. Мы с ней как огонь и пламень. Как Рэй и молчаливый Боб. Ой, да пошли вы. Не до вас. Не до вас. Как Алукия. Значится у нас. А, ну все понятно. А, подожди, я сюда пришел. Это я понял. Как мне до этого выступа добраться? А, я вижу дверь, там тоже выступ. Так. Так, 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 ищем выступы, мужики. А может в эту пещеру надо прыгнуть? Нет, там ничего нет такого. Так. Я прям уверен, что вот эта трещина здесь неспроста так низко. Но по ней мы не заберемся, она неровная. А эта трещина. Тоже не заберемся. Так, 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 подожди. Да по периметру пробежим. Отсюда мы пришли, это понятно. Так, хорошо. Ну я вас понял, погоди. Я вас понял. Значит, я правильно иду, только я не понимаю. Смотри, два столба здесь нет, двух столбов, да? Раз столб. Не допрыгну? Не допрыгну. Два стол. А, погоди, а этот столб куда идет? А, кончается.
Думай, думай, думай. Мы почти уже на верном пути. Щелей нет никаких. Господи, да что такое? Иди сюда. А, подожди, я же его не заберу. У меня же нет песка. А, у меня этот меч. А, так вот про этот меч это шло. А чё это боюсь их? Надо валить отсюда. О, резервуары появились. А, это чисто когда я в это в бой вступаю, да? Да блин, ты дурак, что ли? Да, значит, про этот меч шла речь, что добивать не надо. Ну, типа, он заколдованный какой-то. Какофония, убегай отсюда, дурачок что ли? Ты же видишь, тебя зажимают. Сука. Да ладно, на последнем. Реально, на последнем. Твою ж медь. Хорошо. Отскакивай, дурачок. Ты дурачок, нет? Я ж тебе на стену показываю. Да ты куда прыгаешь? Ты не в ту сторону воюешь. Да к стене, дурачок ты. А-а-а, просто дурачок. Нет-нет-нет, это тоже было по-другому. Позволь мне продолжить. Пошел ты в жопу, мне кажется, у меня давление поднялось. Это же надо было человека так довести. Да стена, ты дурачок, стена.
Стена, вот она, стена. Долбаная камера. Да стена, сука, стена. Он же как-то еще от столбов может воевать, по-моему. Просто разозлили батю. Троих сразу понял. Завис. Боже, как это потно было. Да, мультик. Естественно. Так, дворцовые залы. О, мы сейчас увидим процент. Прикинь, 87 нахрен. Просто плюс одна серия. Мы-то уже сегодня планировали финал увидеть. Так, сохранить? Да. 98, готово. Прикинь. И я начну свою историю отсюда в следующий Пройдем. Раз. Я мужественно сражался и убил моих врагов. Честь и слава были моими. Еще полное. Но хотя я сражался, пока сами пустынные пески не стали красными от крови. Я не мог оживить мертвых. Нет. Нет. Отдай мне этот кинжал. Я дам тебе силу. Вечная жизнь станет твоей. Жить вечно? А те, кого я любил, будут мертвы по моей вине? Нет. Я выбираю смерть. Сейчас он настолько резко, что дед прям охерел. Самое начало. Он отдаст, да, его? Нет? В фильме он, по-моему, отдал. То есть это все вернулось назад. И он нашел эту принцессу, типа, на, держи, оно твое. Он говорит, откуда он у тебя? Ну, типа, детка, ты понимаешь? Ты все поймешь, типа. Мы все, они там женились, все хорошо. И он рассказал ей историю. А, он говорит, я расскажу тебе такую историю, ты охереешь. Не бойся. Это принадлежит тебе. Кинжал времени? Хоть что-то с фильмом совпало. Он находится в сокровищнице моего отца. Как? Большинство людей полагают, что время это как река, которая всегда течет в одном направлении. Вот, в фильме. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить тебя. Они ошибаются. В фильме эта фраза время была. Время — это штормовой океан. Ты можешь спросить, кто я такой и почему я говорю это. Присядь, и я расскажу тебе историю, подобной которой ты еще не слышала. Но сначала представлюсь. Я сын Шахрамана, и поэтому-то я и здесь. Чтобы предупредить тебя и твоего отца, чтобы он арестовал этого вероломного визиря до того, как он предаст вас и принесет беды нам всем. Визирь! Его сигнал — огненная стрела, выпущенная в небо. Остановите его, и армия моего отца поймет, что предательство было раскрыто.
они повернут назад. Опа. Бог мой, меня посетило предвидение. Персидский солдат, жаждущий славы, проник в покои дочери Магараджи и был убит мною. Так. Ваше Величество, ради вашей же безопасности я предлагаю вам бежать. Шапка. Я разберусь с этим бандитом. Матруди Мапхима Пахи. Позволь мне отдать его моему отцу. Пусть он судит. Миледи, он пришел сюда, чтобы похитить вас. Он предаст тебя. Все произойдет так, как я предсказал. Как изобретательно. Не забывайте, что он персидский солдат. То, что я рассказал тебе, не сказка. Как можно спать на круглой кровати, я не понимаю. Это произошло. Я имею в виду... Это действительно произойдет. Я не понимаю, а как? Я этого не могу ударить, того не могу. О! Я понял. Надо просто блок пробить и немного его, чтобы он пошумел. Все, понял. Все твои усилия смешны. Матрудима Пимапахи. Прикинь, двое. Нет, один, слава богу. Ох, как долго. Ты что там еще скучаешь? Нифига себе. Тут старик с мужиком с кинжалами дерутся. Вдоволь наслушался. Как часто ты такого видишь? Старого идиота и сонливой девки. Ваш отец был великим воином в своей юности. Ну, или, по крайней мере, он заставил мир поверить в это. Какая жалость, что его сын совсем не похож на него. И вот опять. Возможно, отец и сын действительно похожи. И, похоже, им обоим нравится легкая наживка. Ты действительно веришь, что ты можешь победить меня? Да ты уже выдохся, мужик. Еще один с собой солдат, и все. Ты, походу, здесь от коньки отбросишь. Осторожно! Не устань слишком. Матруди Мапхима Пахи! Да в бок, да ты дурачок, в бок. В бок, вот. Нифига себе, он с вертухи понял. Вынес полпинка, понял? Еще и калитку сломал. Блин, там ХП осталось чуть-чуть. Осторожно. Что будет чувствовать Магараджа, когда узнает, что его собственная дочь убита сыном его врага? У тебя есть последние слова, которые ты хотел бы, чтобы я передал принцессе перед тем, как я убью ее? Слова любви? Конец. Она в Лифане? Так это правда?
Он действительно был предателем. Возьми это. Верни его в сокровищницу твоего отца. Храни его. Я благодарна тебе. Но зачем ты придумал такую фантастическую историю? Ты думаешь, я ребенок? Сука, всю ночь распинались перед ней. Я сказала, что благодарна тебе. Скажи слово, которое мама говорила ей. Никто же не знает. А чисто такое. Такую фантастическую историю. Ты думаешь, я ребенок и поверю в такую чушь? Скажи слово, это двери, которые открывает. Ты права. Она по-любому поверит. И это всего лишь сказка. Подожди. Я даже не знаю твоего имени. Называй меня просто. Принц. Как Луки. Опа. Я ж говорю. Смотри, она просто в шоке. Да, Фару мы еще увидим. В Два Трона точно. В третьей части. Мы ее по-любому пройдем. Ну, не сейчас, может быть. Сейчас НФС надо пройти сначала. Там чуть-чуть тоже осталось. Все? Титры пошли. В общем, спасибо за просмотр. Это была отличнейшая игра. Она и остается по сей день, мне кажется, фан-база у нее ничуть не убавилась. Просто все постарели, вся ее фан-база. В общем, мы, наверное, пройдем всю линейку Принц Персии. Даже 1989 года Принц Персии я пройду. Там геймплей, по-моему, на 2 часа всего. Но он того стоит. Ой, нет. Если быстро проходить, час, час 10, по-моему, я смотрел. Ну, прям вообще по фигне. Я уже установил, ну, потом как-нибудь пройдем ее. А на этом моменте я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте комментарии, заходите на паблик ВКонтакте, а также заходите на наш Дискорд. Всем спасибо за просмотр, всем пока.